В Госдуме России прошли дни Чувашии. В программе презентация потенциала республики, участие в работе думских комитетов, встречи и консультации. На дни Чувашии в Госдуму были приглашены не только депутаты Нижней палаты российского парламента, но и представители органов власти других регионов, бизнес-структур. Работа ведется в двух направлениях – проработка возможных перспектив сотрудничества и обсуждение уже реализованных проектов. Положительная инвестиционная история региона – лучшее доказательство деловой состоятельности. У Чувашии немало партнеров, которые могут это подтвердить. Чуваш, у нас очень хороший, колоссальный пример позитивного сотрудничества. Мы сотрудничаем не только на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, но также и работаем в рамках вот созданного год назад буквально производственного кластера. Это инновационный кластер, который занимается развитием электротехнической продукции. Реализуя задачи импортозамещения, мы уже на практике видим то, что компании «Российские сети» сотрудничают с 20 предприятиями Республики Чуваши по производству и закупке такого оборудования. Последние годы активно развивается сотрудничество с авиаперевозчиками. После многих лет простоя аэропорт Чебоксары начал принимать и международные, и внутренние рейсы. Скоро их станет еще больше. Очень удобное время для жителей Чувашии, для прибытия в столицу. В 7:30 по чебоксарскому времени самолет вылетает в Москву, прилетает в самый ближайший аэропорт в Москве, где 30 минут и вы в центре города. И после проведения рабочего дня в Москве можно вернуться к семье в Чебоксары. Вечером в 21 час вылет из Москвы. И в 10 часов 30 минут вы уже будете в Чебоксарах. Регион занимает стабильные позиции в инвестиционном рейтинге субъектов России. Инвесторам оказывается максимальная поддержка. Принцип одного окна при оформлении документов, налоговые льготы, компенсация, освобождение от арендной платы. Мы понимаем, что привлечение инвесторов – это большая и сложная работа. Главное, что мы делаем сегодня, создаем атмосферу открытости и честности, законную систему защиты бизнеса. На интересы инвесторов работают не один десяток инвестиционных законов и нормативных правовых актов республики. Привлечение инвесторов – это большая и сложная работа. Необходимо создать атмосферу открытости и честности, законную систему защиты бизнеса. Госсовет Чувашии, как законодательный орган, понимает важность создания благоприятной правовой базы для развития бизнеса в республике, отметил спикер Юрий Попов.